Салют, ребят! Прежде всего, хотел вас поблагодарить за такую классную поддержку, за такую активную поддержку в голосованиях. На самом деле, было здорово видеть сбоку, как вот за нас вы и болели, и участвовали в этом всем, потому что, как вы знаете, группа победила с таким, тем более, символичным числом, как 2014, и с таким колоссальным разрывом, то есть 370 голосов с предыдущим участником. Сейчас группа на первом месте, и все это благодаря вам. Спасибо вам огромное. Спасибо говорю не только тем, кто в Армении за нас болел, но и в других странах. Теперь группа вышла во второй этап, где будет отборочное голосование жюри. Надеюсь, что если все будет по-честному, на что мы не надеемся больше тех, тем более фестивали такого уровня, то у нас есть серьезный шанс. Шанс попасть в финал. И в этом тоже мы будем ждать вашей поддержки. Потому что, как я уже один раз говорил и еще раз повторяю, вместе мы сила. Ребят, так держать. На самом деле, спасибо вам огромное. Будем вместе и дальше.